касается бронхолегочных заболеваний, это просто тогда происходит, когда в легких есть глисты, там чаще всего аскариды селятся, и грибок. Если нет глистов и нет грибка, и еще у нас все глисты проходят стадию именно легочную. То есть там развивается из яйца в личинку, и из личинки потом получается глистик, да, и он именно в легких проходит эту стадию. Поэтому, когда есть глисты, они все у нас все равно проходят какую-то стадию именно в легких. Так вот, когда мы почистили тело от глистов, да, из легких они тоже выходят. Если мы почистили тело от грибков, то тоже это из легких выходит. Да, у нас потом получается, что начинается вот это активное отхаркивание. То есть этот мертвый грибок, мертвый белок начинает организм отхаркивать. Вот в этот момент можно пропить бронхолегочный сбор для того, чтобы усилить отделение мокроты, чтобы это быстрее и легче проходило. И мы рекомендуем это на программе уже после курса пропить. Вот, если кому-то это нужно. Но в большинстве случаев проходит все как-то мягко, если вот так идти, именно по этой методике. И редко люди потом просят бронхолегочный сбор.